Так, Эмеральд. Эмеральд? Да? Поблизости есть заправки какие-нибудь? Понятия не имею, честное слово. Черт, я тоже эту местность не знаю. Так, черт, у нас топливо осталось еще, но я думаю, далеко мы на этом не уедем. Я думаю, надо заправиться. Ну, найти где-нибудь, чем можно заправиться, слить бензин. Логично, но, понимаешь, местность такая, что вряд ли тут есть заправки. Ну, не знаю, слить чего-нибудь. Окей, давай пройдемся. Давай. Вылезай. Я думаю, машину прямо так оставлю, тут людей все равно нету поблизости. Так. Ну ладно. Убедись, что у тебя перезаряжено все оружие. Окей. Так. Все, я перезарядился. У меня теперь все отлично. Окей, пошли, Эмеральд. Смотри. Пойдем. Так, давай проверим сначала эту машину. Давай. А, у нее индикатор пустой. Да и вообще она сама. Черт. Сама. Это у нее аккумулятор севший, по-моему. Закрыта она сама. Окей, пошли, Эмеральд. Овощная. Смотри, так. Что это? Это милиция. О, кстати, это гаечная машина какая-то. Слушай, ну у них точно должен быть бензин. Посмотри на индикаторе. Нет, тут тоже нет. Что за... Черт, слили. Смотри. Уже, что ли, кто-то? Возможно. Всего-то прошло 3 недели от апокалипсиса. Уже все. Черт. Мародеры. Смотри, а тут что? А. Тут... тоже. Черт. Да везде пусто, господи, но кто его тырит постоянно, это топливо? Да, Эмеральд, что-то как-то не густо. Но... смотри, Паш, ты танк умеешь водить? Или, например... танк? Я нет. Чувак, я в армии не служил, как бы меня не учили водить танк. Чувак, я даже не знаю, где у него топливо хранится, честно. Я даже не знаю, что у него заливает. По-моему, у него вообще не пи***, соляру заливает. Да-да-да, это точно. Окей, пошли дальше. Пойдем. Так, я думаю, надо сейчас здания какие-нибудь осмотреть. И аккуратно, желательно аккуратно. Особо стрелять не нужно, потому что привлечем внимание этих мертвяков, и все, мы, да. Мы приплыли. Главное, о, конечно, черт, ничего не было. Что, Эмеральд, что? Черт. Он заметил. Черт, что же нам делать? Нет. А, ты нет, не заметил. Тихо-тихо-тихо. Не шевелись. Не шевелись. А! Твою мать. Ты мог потише. Бегом в здание. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Черт. Чувак, а что мне оставалось делать? Он бы... я думал, он меня не заметил. Я так до конца и не понял. Черт. Эмеральд. Тут еще. Я понял, ты перешел пошумить, да? Окей, нет, ну, как бы это слишком рискованно, Битик. Тем более, мачете у меня, ручка шатается. Окей, чувак. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Черт. Еще снова он. Что-то их тут слишком много. Господи. Эмеральд, смотри. Все полки обчистил. Зараза, да господи, эти мародеры, они постоянно тут ходят. Как думаешь, вот когда все вот это прекратится, да, то нормально этот магазин будет работать? Тут смотри, до сих пор электричество работает. Ну знаешь, вряд ли сюда уже кто-то вообще вернется. Черт, перезаряжай. Сейчас, сейчас. Убей, убей его. Бил? Да. Чё-то ты как-то много патронов, ты экономик. Да я немножечко. Чё, не стрелял никогда с оружия? Ты что, не знаешь, что ли? Ну, конечно, нет. Окей, окей, пошли. Я смотри. Второй раз в жизни всего оружие держу. Целься в голову, поставь на одиночные патроны, чтобы по одному выпускал. И на меня не целься, желательно. Опусти его немного. Стоп, погоди-ка. А? Так, Эмеральд, смотри. Что? Где? Тут что-то пекли, что ли? Это ресторан, по-моему. Ну, не, знаешь, это там пирожки пекут когда, и тут можно покупать. Так, ну-ка. Давай залезем, может, найдем провиант какой-нибудь. О, точняк, хорошая идея. Только тут, да. Скорее всего, даже вода не работает. Давай. Черт, тут даже кранов вообще нету. Эмеральд! Смывай! Бери, бери, оружие! Откуда они, черт, возьми, взяли? Сзади, сзади, сзади! Где? Черт. Эмеральд, мы тратим слишком много патронов!
Где ты научился так хорошо стрелять? Да на даче по бутылкам стрелял. С дробовика. Так, там их еще много. Надо. Ты думал, почему я сразу дробовик взял? Смотри-ка, фига я попадаю. Да, кстати. Эмираль, ты думаешь, тут мы ничего не найдем? Хотя давай еще раз порыскаем, может что-нибудь найдем. Кроме зомби, по-моему, никого и нету. Не знаю насчет них. Черт, смотри. Тут ничего нету. Тут тоже. А. Черт. О, смотри, Эмиральд, это похоже на коробку. Ящик. Да. О, смотри, что я нашел. Мы наконец сможем поесть. Чипсы. Это крекеры. Ладно, на, так возьми. Какая разница, все равно еда. Давай поедим. Так, окей, пошли. Эмиральд. Так. А. О, сундук. Сундук? Да. Ну-ка. А тут пусто. Пусто. Черт. Че вообще тут сундуки забыли? Что тут делает? Окей. Эмиральд. Раз мы нашли крекеры, то значит что-нибудь еще найдем. Например, пепси-колу или Mountain Dew. Ну, насчет Mountain Dew не знаю. Но пепси-кола-то везде есть. О! Че это у нас тут? А, нет, показалось. Смотри. Господи, у меня уже миражи. Черт, что? Паутина. Паутина, фу, господи. Неприятно как. А, черт! Эмиральд! Откуда они появились, твою мать? Откуда они вообще появились? Так, они, по-моему, нас еще не видят. Так, идем все тихо. Не стреляй. Нет. Чувак, нигде нет, они, видимо, видят нас. Чувак, они хотят нас зажать. Надо палить по ним. Черт, Эмиральд! Они тут зажать нас хотят. Стреляй! Фух. Не, чувак, надо валить. Да. Что-то это уже слишком. Мы что-то, думаю, ничего не найдем здесь. Так, погоди, мне надо перезарядиться. Окей. Мне тоже. Смотри, что тут? Тут оно. Тут эти журналы. Смотри, а тут хранили пельмени. О, пельмени, господи, скучаю по пельменям. А тут вода образовалась, слушай, это из-за льда, ведь. Да, и что-то она не испаряется, видимо, тут холодно слишком. Эх. Черт, зачем ты сказал про пельмени? Вернее, это я сказал, но ты... Я знаю, жрать хочется, но все... Господи, мы зубер. Слушай, а может тут что-нибудь есть? Холодильник открытый, смотри. Нет, тут все закрыли. Да ворот открытый. Я вижу, нет, тут ничего за ними нет. Стырили все, ничего просто нету. Закрыли же, сволочи. И что там закрывать, вопрос? Не знаю. В чем логика, черт возьми? Эмиральд, я думаю, надо уже выходить. Черт, надо топливо искать, а мы за жратвой пришли. Да ладно, заместить приятность полезно, почему бы нет? Не знаю. Так, погоди, тут у нас что? Че это такое? Кабинет какой-то. А, что-то тут все какое-то странное. Окей, ладно, пошли. Что-то на какой-то наркоманский кабинет, мне он не нравится. Мне тоже. Так, давай проползем. Давай, черт! Черт! Ой-ой-ой, сколько же их тут? Так, давай уж валить отсюда. Давай. Давай. Черт, не стреляй, еще больше привлечем. Да. Бери оружие за спину. За мной, я за мной! Эмиральд, аккуратно, да, давай, от них пойдем. По-моему, они... Сюда иди! Ну, чё, прикольно. Давай вот этот автобус зайдём. Давай. Они нас не зажмут? Смотри, тут есть закрывалка. Отлично. Это что? Главное, ниша. Смотри. О, ящик, еще ящик. Что там? Смотри. Бензин! Он... По весу он тяжёлый. Слушай, там много, походу. Так, ой, у нас зомби. У нас тут проблемы, у нас куча зомби. Чёрт, умирает. Ты мать, что там происходит за автобусом? Черт, господи, сколько тут зомби! Мы окружены, чувак. Что делать? Черт, надо через крышу валить. Черт, погоди. Твою мать. Давай посмотрим, выглянем и посмотрим. Черт. Сюда, сюда иди, Эмиральд. Давай. Так, сейчас. Твою мать. Сколько же вас тут? Твою черт, мать. Чувак. Твоих тут? Их тут немерено. Так. Черт.
Я не знаю. Не, чувак, это не поможет, еще больше придет. Что же нам делать? Что же нам делать? Давай в автобус. Закрывай. Черт. Что нам делать? Они так орут еще. Господи, они сейчас столько тут внимания привлекут. По-моему, тут уже по-любому... Все, чувак, я думаю, надо сидеть здесь и... Черт, я не знаю. Черт, Эмираль, не знаю. По-моему, это все самое безопасное место. Хотя, знаешь, они могут сломать двери и просто убить нас всех. Не, эту дверь, я думаю, они не смогут сломать. Смотри, какая прочная. Ну, да если они сломают дверь, они не смогут залезть к нам наверх. Ну, хотя ты прав. Что мы будем делать? Я думаю...